Мало приятного, ну и мало неприятного. Всем хай! С вами Юджин, и так уж получилось, друзья, что сегодня мы с вами возвращаемся на плот в игре Raft. И у нас, смотрите, чувак, пока меня нет, ты что-то тут творишь странное. Постоянно меняешь свой плот, постоянно перестраиваешь, чем ты недоволен. И номер один здесь с тобой. Номер один! Ты почему меня предал? Тебе чем-то не нравится мой не совсем аккуратный плот? Я знал, что номер один — это предатель самый настоящий. Сейчас я загружусь и плюну ему в лицо. Я загрузился! Я должен плюнуть тебе в лицо! И ты иди сюда! Слышь ты! Отвратительно! Фу! Ты еще плюнул на мой... Что это? Я вижу там что-то. Это какой-то буёк. Надо сходить туда посмотреть. Нам необходимо подготовиться еще раз. Потому что нас ждет очень много всяких заданий, которые мы еще не выполнили на острове. А можно ли изучить соты? Можно изучить. И учиться, учиться, учиться. Мы, по-моему, очень много всего теперь умеем. У нас есть мотор, топливная труба. Дофига всего научились. А еще я думаю, что если нам скрафтить еще одну бутылочку. Пластик и сок лианы. Ой, дерут. Не дри мой плод. Так, сок лианы. Акула, черт подери, она постоянно меня отвлекает. От важной миссии. Важная миссия — сделать еще одну бутылку. Важная миссия выполнена. Собственно, давайте зальем. А, фак, мы не можем. Сначала надо наполнить воду. Потом взять вот эту сюда, налить. И ждать. Так, ну что ж. В прошлом выпуске вы накидали кучу отстойнейших анекдотов про рыб. И я попросил вас написать анекдоты про птиц. Потому что птицы тупые, кроме меня. И над ними не грех поугарать. И вот нам Ронан прислал первый анекдот. Что сделает чайка, когда ей жарко? Выпьет чайку. Так, все обернулось не так, как я ожидал. Хорош на меня гнать. Надеюсь, следующий анекдот будет смешнее. Воу, у нас еще лук закончился, а я чуть было не отправился. Нужны доски, нужен сок лианы и нужен болт один. Иди, болт, иди сюда. Лук готов. И вода номер два готова. Давайте сразу ее всю выпьем. Ладно, я думаю, мы еще будем долго здесь торчать. Пошли на остров. У нас дофига оружия, нам нечего бояться. Еды тоже просто дофигища. Так, это просто буёк. В первую очередь я хочу посмотреть, что за пещера скрывалась за жопой того огромного толстого медведя. Евгений, ты что, назвал меня толстым? Если бы я не был занят поеданием еды, чтобы стать толще, я бы обиделся. Да и к тому же, посмотри, какой у меня тощий зад. У тебя и правда очень тонкий зад. Почему? Все дело в том, что я правильно питаюсь. Я всегда мечтал стать культуристом. Ведь согласись, красиво, когда у тебя треугольная спина и накачанные ягодицы. Да, и правда очень накачанный и хорошо выглядящий медведь. Я слышу сарказм в твоих словах. Евгений, на себя бы посмотрел, тощий как палка. Опа, темнеет. Я еще вернусь. Никуда не уходи. О, поверь, я буду здесь, Евгений. И странно, как действительно, он же постоянно жрет. Почему у него задница такая стройная? Моя не такая. Чайка, умри. Спасибо. Итак, спать. Все готово? И все готово. Гоу, ты все еще здесь? Да, Евгений, я уже успел встать, сделать зарядку. А теперь лакомлюсь спортпитом. А ты что ешь? Жареную картошку? Ну, удачи тебе, Евгений. Попрощайся со своим тощим задом. Как ты смеешь меня оскорблять? Не решился я тебя ударить. Не решился, слабак. Окей, смотрим, что за сокровище здесь. А, не зря я взял лопату. Грязи добыл. Прекрасно. Опа, еще какой-то чертеж. Мачете, вот оно, наконец-таки. И здесь какой-то странный ящик, который нужно удерживать. Я удерживаю. Май гуд. Собственно, все. Теперь мы сможем пройти в то место. Но где это место? Знаете, что я думаю? Я думаю, что нам очень надо забрать ту стрелу, которую я выпустил. Вот, все, забрал. Не мешаю. Стрела взад! О! Бегом! Нет! Я должен был это проверить, Мишка! Я должен был! А-а-а! Стой! Стой! Здесь ты меня не достанешь! Я должен был! Ребят, вы знаете. Фух. Он ведь не придет за мной. Нет! Стой. Все. Все окей. Все, он кушает. И кажется, вот совсем не обращает на меня внимания. А стрела-то в жопе, наверное, торчит все еще. Поэтому ты такой злой, да? Потому что в тебе стрела. Не благодари. А, это было прикольно. Я испытал что-то. Люблю, когда игры заставляют испытывать эмоции. Иногда приходится самому провоцировать ситуации. Вы думаете, что я плохо играю? Вы думаете, что я просто какой-то нуб? Нет. Я от скуки все это делаю. Я пытаюсь себя развлечь. Опа! А че это я не видел раньше?
Просто взяла и добавилась заметка. Готово. Мы закончили. Б. Дальше. У отца новый любимчик. Мы не можем этого допустить. Мду. А! Вот это стрёмно. Это очень стрёмно. Кто? О боже мой. Кто-то похож на меня очень. Как и я прямо. С номером один. Так. Записок куча. Ладно, давайте читать. Смотрим. Отец должен принять решение. Я знаю, что это буду не я. С меня уже хватит. Б. Стрёмная голова. Лодка слишком мала для всех нас. Прости. Х. Далее. О! Страшно. Я лампочку взял. И виновным не дает спать совесть. Нас нужно наказать, если мы решили сейчас отдыхать. Б. Очень все это стрёмно. Реально, человек, походу, с ума здесь сошел. Как я мог пропустить эту локацию? Судя по всему, здесь уже ничего не будет. Лампочку нашли, это хорошо. Нам нужно теперь найти эту пещеру. Куда-то сюда. Немножко инфаркт. Спалил меня. Ай. Он прям сказал, ай. Боль. Это была искренняя боль у него. Ладно, мне как раз мясо нужно. Ой. Махнулся. Да ты не сможешь ничего сделать, ну все. Забудь. Воу, какой ты сильный медведь. Был однажды. Я подбираю тебе, Мишка. Все кончено. Давайте угарнем над птичьим анекдотом, который прислал мистер Флинтер. Что такое жар-птица? Это курица, больная гриппом. Проще уж сдохнуть, чем это слушать. О, новое место. Хорошо, какой-то лут тоже здесь будет. Хлам и грязь, грибы и грязь. Ну, как-то так. Всякого подобрали. Так, еще раз. Между шестой. Рядом с шестой. Слева от шестой. Идем в сторону шестой. Шестая. О, блин, я испугался. Твою же налево. Чертов медведь. Что? Ты уже мертв? Погоди, как ты? Что это ты вдруг мертв? С двух стрел. А, возможно, это тот медведь, которого я не добил. От которого я убежал. Вот эта пещера, наконец-то. Ну, давайте посмотрим, как мачете будет здесь работать. Нет! Смерть! Смерть! Смерть, заросли. Тут должно быть что-то важное, по-любому. Не может быть все это просто так. Слишком много геморроя. Сейчас еще лопата у меня закончится. Отлично будет. Она закончилась. Класс. Оу, мы куда-то вышли. Вот как мы попадаем к шестой башне. Окей, давайте заберемся наверх. Я уже пока ничего не вижу. Смотрите, наверху. О, наверху ящик, это важно. Итак, смотрите, гаечный ключ Бруно. Походу, мы весь набор собрали. Записка. Седьмая запись. Эрл пропал. Миранда делает вид, что ничего не произошло, но мы-то не дураки. Совсем не дураки. Только вот Бобби все больше молчит. Генри тоже предпочитает не поднимать эту тему. Но я вижу, что он волнуется. Троняшки думают, что я спешу с выводами. Что он скоро объявится, но я знаю Эрла. Он беспомощен, если никто не держит его за ручку. У меня выпадают волосы. Иногда я повторяю то, что только что сказал, просто чтобы самому еще раз услышать. Генри прав, я превращаюсь в отца. Восьмая запись. Альберти, думаю, никто за нами не приедет. Эрл, похоже, пропал с концами. Генри говорит, я должен сделать выбор. Остальные сами тут не выживут. Жестоко было бы бросить их сейчас, когда Бобби совершенно бесполезен. Они не знают этого места, они просто тут родились. Я отправлюсь в путь, когда никого из них не останется. Генри повторяет, что я поступаю правильно, но вода поднимается. Генератор на последнем издыхании, а мне недавно звонил отец. Спрашивал, когда я вернусь домой, но он пропал много лет назад. Так что, возможно, я схожу с ума от отчаяния. Вот он! Вот это вот, как его, Бобби. А где Г? Где Генри здесь? Не понимаю. Короче, этих людей даже не существует, походу. Девятая запись. Мы с Генри взяли запасную лодку. Прости, Альберти. Я здесь совсем один. Бруно. А, или это Бруно? Не знаю, короче, судя по всему, он тут с ума посходил и начал делать себе придуманных друзей. Какой знакомый сюжет. Чертеж. Топливный бак. Записка. Вот! Я все думал, какая записка-то? Отец давно уже все решил. Он хочет заполучить еще один, и я отправлюсь с ним. Есть. Добавлена новая заметка. 9-3-3-1. 9-3-3-1. А куда это я добавил себе, интересно? Я не могу пока уйти отсюда еще. Блин, мне еще нужно наверх попасть. Сюда? Да. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Куда? 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 Стой! 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 Ладно, все нормально. Итак, упало стекло. 9-3-3-1. Надо запомнить. О, смотрите, что это такое там светится? Короче, держим путь к четвертой вышке. По-моему, к четвертой. Да, как раз таки туда, это же Санина. Я понял, что это светится. Ой, мама, мама. Ой. А мне же даже не сюда нужно, да, мне как-то обойти. Придется вниз спускаться. Прямо здесь.
Ты думаешь, игра, я не смогу? Ты думаешь, я засу? Ты думаешь, я допрыгну? Я допрыгну! Экстрим. Смотрите, в какое место интересное я попал. Огромное количество ягод. Хрен знает, мне кажется, они уже нам не нужны, но я буду собирать. Чш! Медведь. Бить. Ты тупой. Ты допускаешь ошибку своих предшественников. Но, по крайней мере, ты выглядишь нормально, и у тебя нормальный толстый зад. Смотрите, он... Вот скотина, он целую кучу стрел мне слил только что. Да и в целом, ты что симулируешь? Ты же дрыгаешься. Вот, я же вижу, как ты дрыгаешься. Вот чувак с пайк-волами застроился. Это ему не поможет. Я так предусмотрительно разложил все вот эти чемоданчики. Канистры, коробочки. Но я все-таки немножко так окунулся. Мало приятного. Ну и мало неприятного. Здравствуйте, вот ваша лампочка. И... Что это значит? Не знаю. Пила Бруно. Использовать молот. Гаечный ключ. О, мама. Добавлена заметка. С Рождеством из ниоткуда. Б.А. Корея. Просто мы нашли маленький секретик. В этом весь прикол. Да, в этом весь прикол. А значит, мы закончили с этим островом. И теперь нам нужно найти новую локацию. 9331. Давайте сократим. Не хочу через санину прыгать. Не подстать это мне, повелителю океанов. Разве что я не повелитель океанов мочи. Тогда все нормально. Тогда мне можно куда-то туда. СОС. О, блин. Жалко их всех. Я, возможно, зря сюда спустился. Потому что... Придется в обход идти. Либо подниматься наверх. Но все эти ресурсы очень манят меня. Нет, это все очень долго. А, все, вот, мы нашли место. Мишка, Мишка. Попестрилишка. У меня уже есть продумано все. А, второй раз было не так страшно. Да ладно, ладно, все, 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 все. Нет! 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 Не трогай! Черт! 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 Слишком близко подошел, я тронул его! Я тронул его за нежные места. Надо было аккуратненько просто подойти. Ох, хорошо, он меня так всадил. Но не смертельно. Не настолько хорошо, чтобы я не подошел снова. И забрал бы свою стрелу. Все, ладно, поиграли и хватит. Я все-таки на память тебя оставлю, в горбу только в этот раз. Ему слишком важна его еда. Ладно, все. 9331, не забудь бы. И последний анекдот на сегодня прислал нам Фео. Что сделал дятел, когда пришел в гости? Постучал. Спасибо всем за эти прекрасные анекдоты, это была плохая идея. Чтоб я сдох. Сказать, что я заинтригован, друзья, это сказать, что я заинтригован. Мы можем с вами научиться биотопливный бак делать и мачете. А еще мы сейчас пробьем новую локацию. 9331. 2000 метров. Ну что ж, снимаемся с якоря. Парус поворачиваем вот сюда. Наконец-таки мы отправляемся. Прощай, остров! Прощай, Гмишка. Смотрите, как хорошо пошли. Наверное, до этой локации нам не придется грести самостоятельно. Ну что, номер один, ты готов? Мы плывем дальше, навстречу приключениям. Ну ты тварь. И на этой ноте мы с вами заканчиваем играть в рафт и продолжим в следующий раз. Если вам понравилось, то... Знаю. Что сделать в этом случае, как вы думаете? Что делать, если видео понравилось? Что делать, если видео превышает? Что делать-то будем? Короче, огромное всем спасибо. С вами был Юджин и всем пять!